Что для вас лес? Задумайтесь над этим хотя бы на несколько секунд. Уверен, большинство из нас, отвечая на этот вопрос, не представляют себе кубометры бревен или досок. Лес – это то место, куда мы приходим отдохнуть от городской суеты. Где легко дышать, где можно сесть на траву и слушать шелест листвы над головой. Или смотреть, как колышутся кроны деревьев на ветру. Просто быть самим собой, наедине с самим собой, понимая или чувствуя, что в лесу нам приятно находиться. И это не какая-то лирика. Ученые установили, что помимо огромной роли лесов в экосистеме нашей планеты, лес крайне важен каждому человеку для сохранения его физического и ментального здоровья. Прогулки в лесу снижают уровень гормона стресса, выравнивают давление, повышают иммунитет, оказывают огромный положительный эффект на все системы нашего организма. Вот почему в ряде стран уже развивается такое направление, как лесотерапия. Нам крайне важно начать сохранять лес не только и не столько как объект для производства древесины. Нам необходимо понять, что лес и его обитатели – это наши союзники, обеспечивающие не только сохранение планеты, но и наше с вами выживание и здоровое существование. Все эти жизненно важные вопросы мы рассматриваем в проекте «Просто лес».